Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил руководителю футбольной школы «Спартак» Дмитрию Кудинову памятные часы от имени губернатора Московской области. Награждение прошло в торжественной обстановке в присутствии коллег Дмитрия и представителей комитета по физической культуре и спорту. Благодарю вас за поддержку, искреннюю вовлеченность и участие в жизни нашего Подмосковья. Очень важно, когда рядом есть те, кто настроен на перемены, ответственно, с душой подходит к своей работе, не забывает про добрые дела и помогает другим. Уверен, что вместе с вами мы сможем сделать наш регион сильнее. Желаю вам успехов, благополучия и новых побед. С уважением, Андрей Юрьевич. Подпись отличная. Просил также передать. В футбольной школе «Спартак» под руководством Дмитрия Кудинова занимается более сотни детей. Будучи членом правления Федерации футбола, он способствует развитию спортивной инфраструктуры в Люберцах. При его участии в городском округе возведено 4 фока и открыта площадка для занятия футболом на территории детского сада в поселке Красково. Хочется прежде всего сказать спасибо за доверие. Мы готовы дальше развивать муниципальный городской округ Люберцы, работать на благо развития детей, развивать, созидать и активно занимать активную гражданскую позицию. И главное, что когда мы все это реализуем и делаем, мы видим результат. В зимний период времени опять стартует зимний чемпионат городского округа Люберцы по футболу среди юношей, среди мужских команд. Ну и, конечно, планируется еще возведение физкультурно-оздоровительных комплексов, футбольных манежей, которые очень востребованы и которые, как показывает сейчас на данный момент практика, просто забиты на 90-95%.